Давайте мы с вами познакомимся. Меня зовут Опарина Светлана Ивановна. Я заместитель заведующего кафедры финансового менеджмента и финансового права. И сегодня я вам расскажу о нашей кафедре и о наших направлениях. Ну, наша кафедра создана довольно-таки давно. В 2014 году мы образовались как объединение нескольких кафедр. Возглавляет кафедру начальник главного контрольного управления города Москвы Данчиков Евгений Александрович. Вот это обстоятельство, конечно, сыграло большую роль в развитии нашей кафедры. Основным нашим направлением является экономика. Это направление бакалавриата, и я вас, конечно, приглашаю на это направление. Направление имеет профиль «Экономика и финансы организации». Оно такое общее, и дисциплины, которые заложены в учебный план этой программы, позволят после окончания уже данного направления вам работать в области экономики и финансов любых видов деятельности и областей, так скажем. Вы можете быть по окончании этого направления экономистом, финансистом, бухгалтером, аудитором, контролером, ревизором. И всему этому способствует, конечно, сама реализация данной программы. То есть студенты данного направления, уже начиная с третьего курса, проходят практику в основных финансово-экономических службах города Москвы. Это, как правило, органы исполнительной власти, это их подведомственные учреждения. Вы можете посмотреть своими глазами, как, например, в контрольно-счетной палате контролеры осуществляют самое свое основное направление, они осуществляют контроль за бюджетными средствами города Москвы. Представляете, это посмотреть и увидеть своими глазами. Вы можете свободно попасть на практику в любое подразделение контрольной счетной палаты. Конечно, самое главное, что и после бакалавриата вы можете пойти в нашу магистратуру. На кафедре реализуется три направления магистратуры. Первое – это, конечно, финансы и кредит. Направленность, контроль и аудит в финансово-бюджетной сфере. То есть, если вам понравится работать в бюджетной сфере, то есть вы там будете проходить практику, вы можете пойти на это направление и в дальнейшем работать в структурах города Москвы. Следующее направление – это менеджмент. Направленность управления государственными программами и проектами. Ну, а еще у нас одно направление – это государственное муниципальное управление, профиль контрольно-надзорная деятельность. Вы обратили внимание, да, что очень много у нас направлений связано с контролем и ревизией. Еще раз напоминаю, что у нас возглавляет кафедру начальник главного контрольного управления города Москвы. То есть по окончании вы можете пойти работать в главное контрольное управление города Москвы, в счетную палату, в департамент финансов города Москвы. Видите, как у нас интересно. Поэтому я вас приглашаю на наше направление. Буду рада вас всех видеть.